Сессия городского совета началась с обсуждения бюджета Десногорска. Это связано с изменениями в бюджетном кодексе. Следующий вопрос, который обсудили на сессии, это налог на имущество физических лиц. Для помещений, площадь которых составляет менее 50 квадратных метров, устанавливается ставка 0,1%. Это в основном касается жилых квартир, комнат и гаражей. Для объектов административно-деловых центров с площадью более 500 квадратных метров – 2%. Также внесены изменения в положение о земельном налоге. Они касаются тех, кто достигает возраста 55 и 60 лет, но не становятся пенсионерами по нынешнему законодательству. Для таких людей сохраняется необлагаемая величина кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка земли. Минимальная ставка годовой аренды за 1 квадратный метр нежилого фонда составит 1320 рублей. Ранее ставка была 736 рублей. В связи с дефицитом бюджета все организации теперь переведены на рыночную стоимость аренды. Чтобы определить нынешнюю стоимость, проведена работа по оценке помещений. Ирина Нурматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.